Когда вы представляете себя на троне, какова картина? Все ли лорды и леди, которые годами презирали вас, теперь на коленях? Ваша милость. Лорд Тайвин. Бейлиш. Лорд Бейлиш. Ваша милость. Им тяжело кланяться без голов. Человек больших амбиций, без морали, я бы не ставил против вас. Некоторым людям везет родиться в нужной семье. Другим же приходится пробиваться. Я восхищаюсь вами. А я восхищаюсь вами, лорд Бейлиш. Лорд Питер Бейлиш, подойдите. Всегда держи своих врагов в замешательстве, если они не знают, кто ты и чего ты хочешь. Они не отгадают твой следующий шаг. Я объявляю, что вам в дар достается замок Харренхолл. Знаете, я даже восхищаюсь им. Но он готов сжечь эту страну, лишь бы стать королем пепла. Тысяча клинков. Там нет тысячи клинков. И сотни не наберется. Я считал. Не сражайся на севере или на юге. Пришло время вступить в бой. Сражайся в каждой битве. Везде. Всегда. В своих мыслях. Королевство. Вы знаете, что такое королевство? Каждый друг тебе. Я живу, чтобы служить. Каждый враг тебе. Это тысячи мечей врагов Эйгона. Сказка, которую мы решили пересказывать друг другу снова и снова. Каждая возможная череда событий происходит лишь один раз. Пока не забудем, что это ложь. Я вижу себя на железном троне. Возьми это за правило, и тебя ничто не удивит. Все, что происходит, будет чем-то, что тебе уже знакомо. Хочешь снова увидеть своих девочек? Санса еще красивее, чем обычно. И Ария такая же дикая, как и всегда. Хаос, это лестница. Вы знаете, кто такие безликие? Только по слухам. Они поклоняются богу смерти, насколько я помню. Они убийцы. И Ария была одной из них. Когда я пытаюсь понять чужие мотивы, я играю в игру. Я предполагаю худшее. Какая худшая причина, Санса, о которой мы говорим то, что говорим, и делаем то, что делаем?